Мы продолжаем играть в Бэтмена. Надеюсь. Бывшая окружного прокурора Харви Дент, известный как двухликий, опрашивал Владимира раздвоенную личность, с раздвоенной личностью. Каждое его решение диктуется двуголовой монетой, потертой с одной стороны, которую он подбрасывает, чтобы решить, поступить ли хорошо. Поступит ли он хорошо или плохо. Его грузовик хорошо бронирован, машина окрашена в черно-белые цвета. Я говорю, я просто продолжаю. Нифига себе. Я даже... Я слышал, что не понял. Блин, я просто привык, но...
Ну так, минус одна. Мне кажется, он... Ну все, по-быстрому я это сделал. Типа теперь с другой стороны, что ли? Уже а где что ли? Может быть где-то здесь? А нет, отсюда я был.
Я не сразу не понял. Просто. Ну извините. Ну типа машина двигается. Бронированный Никола. Даже, а может быть... Вот ты типа... Блин, я что-то пока не понял. Я совсем пока не особо понимаю, что надо делать. Блин, ну ё-моё. Я пока играю вообще не понял. Ну что-то как-то с динамитом надо сделать.
А, так вот, что надо делать. Блин, ё-моё. Ты дурак. Наконец-то я уже задолбался, блин. Да я, да, потому что я как бы, да, я понимаю то, что за это, ну, ничего страшного. Ну, враг, что ли? Листовик, блин. Бэтмобиль, бэтцикл. Мини набор. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем встречи и всем пока.